От всей души поздравляю всех читателей журнала «Лиза» с Новым годом. Здоровья, удачи, всего самого хорошего. Будьте счастливы. Дорогие читатели, читательницы журнала «Лиза», я поздравляю вас с Новым годом. Пусть он принесет вам всем только удачу. Давайте генерировать сами какое-то хорошее настроение, внутреннее состояние, дарить, самое главное, любовь своим близким, окружающим, друзьям. И вот так вот по цепочке распространять любовь по всей планете. Дорогие читательницы журнала «Лиза», я поздравляю вас с Новым годом. Пусть ваши желания обязательно сбудутся. Пусть они будут дерзкими и смелыми. Мечтайте и ни в чем себя не ограничивайте. Я имею в виду ваши фантазии. Берегите себя, будьте здоровы. Пусть ваше настроение будет хронически отличным. И пусть Новый год вам подарит много всего яркого, интересного и, конечно же, хорошего. С Новым годом! Я вам желаю как можно больше поводов для радости находить в каждом дне, потому что они действительно есть. Несмотря ни на что, всегда есть повод для радости. Вот. Всем нам хороших новостей желаю в следующем году, исключительно хороших. Вот, и слушайте 100 успеха, если будет грустно, всегда развеселю. Уважаемые читатели «Лизы», поздравляю вас с Новым годом, пусть все получится, пусть все цели осуществятся, будьте здоровы, счастливы, успешны, пусть будет много-много денег и много-много классных и преданных друзей. А вы сияли ярче, чем солнце в Монако. С Новым годом! Привет, дорогие читательницы журнала «Лиза», это Денис Клявер, и я хочу поздравить вас с наступающим, с наступившим Новым годом, 2023-м. Год кота, кстати, мой муж, вот, и кролика, но это не про меня, вот, хотя, почему я применяюсь. Вам удачи, девчонки, любви и счастья во всех его проявлениях, во всех возможных красках, потому что для нас, для мужчин, цветов-то всего 7, а у вас, у каждого цвета по 50 оттенков. Пускай все оттенки счастья будут вместе с вами. Еще раз поздравляю всегда ваших детей. Дорогие читательницы журнала «Лиза», я поздравляю вас с Новым годом. Будьте счастливы, здоровья. Пускай все в ваших домах, в ваших семьях будет очень хорошо. Берегите друг друга, цените и любите. Всем привет. От всей души поздравляю всех читателей журнала «Лиза». Я думал, у вас только читательницы, но мне сказали, что есть и читатели. Мужики, это очень круто. Короче, вас всех поздравляю с наступающим Новым годом и напоминаю, что обязательно в новогоднюю ночь, для того, чтобы вам было по-настоящему приятно, нужно смотреть новогоднюю маску на НТВ. Не пропустите. Дорогие читательницы журнала «Лиза», я поздравляю вас с Новым годом. Желаю, чтобы вы были любимы. Для женщины это очень-очень важно. Но прежде всего, любимы самими собой. И, конечно же, здоровье. Конечно же, все остальные сферы, которые касаются самореализации, интересов, хобби и так далее, пусть все тоже реализуется. Всех благ, мирного настроения вот здесь и вот здесь. С Новым годом! Поздравляю всех, все я уже читаю, постоянно с наступающим Новым годом, где угодно. Желаю, чтобы просто было как можно больше счастья, но это не внутреннего тепла, гармонии, чтобы все ваши мечты сбывались. Привет всем читателям журнала «Лиза», с вами Виктория Дайнека, ну и я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам быть счастливыми, желаю вам крепкого-крепкого здоровья, ну и желаю, чтобы все ваши мечты сбылись. Успевайте только их загадывать. Классного Нового года! Я поздравляю читательниц журнала «Лиза» и не только. С новым 23-м годом. Вы знаете, я буду очень лаконичен. Я хочу, чтобы следующий год был таким же ярким и таким же теплым на эмоции, как, собственно, моя шоу. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте любимы. С новым 23-м годом. Привет, дорогой журнал «Лиза». Я Анна Семенович. Я поздравляю вас всех с Новым годом. Желаю счастья, здоровья, любви, радости, кайфа по жизни. И пусть все ваши мечты сбываются. Ну и хорошего Деда Мороза всем, девчонки, под елкой. Всем привет, читатели журнала «Лиза». На связи Хабиб Кайф. Всех поздравляю с Новым годом. Желаю вам счастья, любви, здоровья. И самое главное, чтобы вы стали лучшей версией 2023 года, чем 2022. Дорогие друзья, дорогие читатели «Лизы», я вас поздравляю с Новым годом. 23-й необычный год. Я уверена, что он принесет вот всем счастье и исполнение той мечты, о которой вы давно уже думаете. Я уверена, что в ваших семьях все будет хорошо. А тот, кто пока один, тоже найдет с кем отметить и Новый год, и все остальные праздники в году. Друзья, будьте счастливы и здоровы. Я вас люблю. Ваша Аня. Дорогие мои, это я, Марк Тишман.
Я с огромным удовольствием поздравляю всех, кто читает журнал «Лиза» с наступающим Новым годом. Конечно, мы все с ним связываем самые светлые надежды, чтобы это был спокойный, удачный год, полный любви, взаимопонимания. Пусть так и будет. Я вам желаю прекрасно провести эти предновогодние дни и обязательно в новогоднюю ночь встречаемся на канале НТВ. Будет невероятная новогодняя маска и аватар. До встречи, всех целую. Дорогой журнал «Лиза», я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Я желаю каждому из вас исполнения желаний. Конечно, банально, но тогда, если не сейчас, мечтать, хотеть, строить планы, пусть сбудется. Всем привет, это Шаман. Журнал «Лиза», поздравляю с наступающим Новым годом. Дорогие читатели журнала «Лиза», с наступившим вас Новым годом! С вашей мечтой сбывается, пусть этот год для вас особенно теплый, особенно чудесный. Пусть ваши мечты сбудутся, такие, которые никогда не сбывались. Я вас очень люблю. Сивик Артикаст. Дорогие читательницы журнала «Лиза», я поздравляю вас с 2023 годом и желаю, чтобы вы бесконечно верили в волшебство. Ну а мы, в свою очередь, мужчины, обязательно будем стараться это волшебство делать. Так что улыбайтесь чаще. С Новым годом! Дорогие читательницы журнала «Лиза», поздравляю вас с 2023 годом. Желаю вам счастья. Будьте всегда такими же прекрасными и великолепными. С Новым годом! Дорогие читатели журнала «Лиза», я Айван, я поздравляю вас с Новым годом и желаю всего самого наилучшего, а конкретно сильного здоровья, счастья в глазах и удачи. Дорогие читательницы и читатели журнала «Лиза», я, актриса Екатерина Капанова, хочу поздравить вас с наступающим 2023 годом. Пусть наступающий год принесет только счастье, радость, положительные эмоции, здоровья вам и вашим семьям. С Новым годом! Уважаемые и любимые читательницы журнала «Лиза», я поздравляю вас с Новым годом. Я желаю, чтобы вас окружало как можно больше приятных, прекрасных людей, чтобы у вас было много хорошей музыки. Слушайте мои песни, обязательно поднимут вам настроение. В общем, встретимся в Новом году, либо, не знаю, когда посмотрите это видео, мы уже встретились. Надеюсь, что будем чаще встречаться на концертах и мероприятиях. С Новым годом! Всем привет, это Саша Морозова. Я хочу поздравить с Новым годом всех читателей журнала «Лиза», пожелать счастья, здоровья, веры в лучшее, сплотиться всей семьей и быть самыми счастливыми. Всех с праздником! Всем читателям журнала «Лиза» поздравляю с Новым годом. Желаю вам всего самого наилучшего, почаще улыбаться и, конечно же, любви. Дорогие читательницы журнала «Лиза», от себя, от Аи, солистки группы «Город 312» и от всего нашего коллектива поздравляю вас с наступающим Новым годом. Спокойствия в Новом году вам, уверенности в завтрашнем дне, перспектив, развития, здоровья крепкого, любви, конечно же. Дорогие читательницы журнала «Лиза», поздравляем вас с Новым годом. Мы вам желаем счастья, здоровья, любви и всего-всего самого хорошего, чтобы следующий год прошел безупречно. Дорогие читатели журнала «Лиза», это Артем Качер. Я хочу поздравить вас с Новым годом, пожелать всего самого наилучшего. Пусть все ваши мечты обязательно сбудутся. Ну и классных сюжетов об Артеме Качере. Дорогие читатели журнала «Лиза», хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. И, конечно же, в будущем году хочу пожелать самое главное одного – здоровья, счастья, позитива. И, конечно же, всегда читать полезную информацию на странице журнала «Лиза», потому что там мы, звезды, всегда делимся с вами советами, рассказываем о всех своих модных луках и, конечно же, дарим вам позитив. Ваша Катя Гусева. Всем привет, это Чубанов. Я хочу пожелать всем читателям «Лизы» как можно больше волшебства, не только в новогоднюю ночь, но и вообще каждый день в следующем году, да и во все последующие годы. Пусть у вас все будет хорошо, пусть все получается, пусть сердце живет такой. Дорогие мои читатели журнала «Лиза», я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть в вашей жизни будет огромное количество крутых, ярких, блестящих моментов. Любви вам, здоровья и сияющих глаз. И чтобы все у вас получалось именно так, как хотите этого вы. Ваша Анжелика Бушнова. Привет, это группа «Добро». Мы поздравляем с Новым годом читателей журнала «Лиза». Не читайте, любите, будьте собой. Все обязательно будет. Дорогие любимые читатели сайта и журнала «Лиза», я, Анна Калашникова, от всего сердца, от всей души спешу поздравить вас с наступающим новым 2023 годом, годом водяного кролика. Я хочу, чтобы вас окружали только добрые, позитивные люди, здоровые, счастливые, близкие. И, конечно же, вам всем желаю
у кого нет семьи, обрести семью, любовь, у кого нет детишек, детского звонкого смеха в вашем доме, и нам всем все то, что мы сами себе пожелаем. Кому-то благополучия, кому-то шикарной карьеры, кому-то шикарных путешествий, а кому-то просто любви, спокойствия и здоровья. Я еще раз хочу поздравить вас с наступающим новым 2023 годом, ваша Анна Калашникова. Дорогие читательницы журнала «Лиза», на связи мы группа Family, и мы поздравляем вас с новым 2023 годом. Пусть он принесет в ваши дома много любви, много удачи, радости и, конечно же, чтобы все ваши мечты в этом году сбылись. С Новым годом! Самые теплые пожелания всем читателям журнала «Лиза». Года стремительно летят, но вновь и вновь читатели рад к чудесным встречам на страницах журнала «Лиза» стремиться. Я желаю, чтобы ваша жизнь протекала на музыкальной волне и чтобы в вашем сердце всегда звучала мажорная нота. Пусть ритм сердца совпадает с ритмом жизни. Дорогие читатели журнала «Лиза», от всего сердца поздравляю вас с новым 2023 годом. Следующий год будет ярким, позитивным, исполнит самые-самые сокровенные желания. Пусть в ваших семьях царит мир, доброта и, конечно, любовь. Ваша Анири. Привет, друзья! С вами группа «Мираж». Мы поздравляем всех читателей журнала «Лиза» с новым 2023 годом. И желаем доброго здоровья и любви. И пусть в новом году исполнятся все ваши желания и осуществятся все мечты. Всегда с вами Екатерина Балдышева, Алексей Горбашов, группа «Мираж». Дорогие читательницы журнала «Лиза», мы группа «Фабрика». От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем здоровья, благополучия и исполнения всех желаний. Будьте счастливы! Здравствуйте, дорогие читатели журнала «Лиза». Я, актриса театра и кино Ирина Рудоминская, спешу от всего сердца поздравить вас с Новым годом. Боже мой, мой любимый долгожданный праздник. Желаю вам счастья, здоровья, успехов, веры и много-много хороших чудес в новом году. Читатели журнала «Лиза», мы, группа «Воровайки», поздравляем вас с наступающим Новым годом! Мы знаем, что журнал «Лиза» существует уже очень давно. Я лично читаю с детства, потому что интересно. Поэтому спасибо вам. Плодовитое издание. Плодовитый год кролика. Ведь следующий год будет годом кролика. Пусть у вас будет еще больше новых проектов, интересных статей и хороших новостей для ваших читателей. Вам много-много подписчиков и читателей, чтобы ваш журнал всегда был в топе. С Новым годом, кролика вас! Ваши воровайки! Всем привет! Я Татьяна Котова и хочу поздравить вас с Новым годом, всех читателей журнала «Лиза». Хочу пожелать, чтобы Дед Мороз принес огромный мешок с конфетками от болезней, печали, невзгод и шоколадками с любовью, хорошего настроения и всего самого лучшего. Дорогие читатели журнала «Лиза», я, Маргарита Аброськина, хочу поздравить вас с новым 2023 годом. Я хочу пожелать вам, чтобы в новом году было как можно больше поводов для радости, крепкого здоровья, спокойствия, огромного счастья и много-много-много любви. Любовь победит. Обнимаю вас. Дорогие читательницы журнала «Лиза», я поздравляю вас с Новым годом. Я желаю вам быть всегда прекрасными, всегда в хорошем настроении. Я желаю вам много подарков и приятных сюрпризов на Новый год. И пусть сбудется то, о чем молчите. С Новым годом! Дорогая Лиза и все твои читательницы, девчонки, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Всем настоящей любви, крепкого здоровья и, самое главное, мирного неба над головой. С Новым годом! Дорогие читатели журнала «Лиза», мы артисты театра студии «Непосед». Поздравляем вас с 2023 годом! Пусть на ваших страницах были самые интересные истории. Чтобы вас любили читатели. Чтобы сбывались мечты. И про нас не забывали писать. Мы вас любим! С Новым!